Друзья, с вами Стив Про, и сегодня я покажу вам, как сделать радужную овечку в Майнкрафте Pocket Edition. Но для этого вам понадобится сделать пробирку, после чего сделать наковальню и поставить ее на любой блок. Ну, ставите наковальню и туда засовывайте пробирку и переименуйте пробирку в имя Джеб с таким пробельчиком, который сейчас вы видите на своих экранах. Да, вот такое название, но я скину его еще в описании. И теперь просто спавните совершенно обычную овечку и берете вот эту пробирочку и переименуйте нашу овечку. И как видите, она начинает переливаться вот такими радужными цветами. Выглядит очень классно и эпично. Я рад, что разработчики давали такую, хоть и маленькую фишку, но очень-очень приятную фишку. И теперь наш Майнкрафт похож более на ПК-версию, то есть что-то есть схожее, я не знаю, очень-очень классно, и в один момент они могут сливаться даже одним цветом, друзья, это просто очень классная фишка, и просто, ну и просто обновление Майнкрафта тоже очень классное, но давайте пытаемся еще перевернуть этого моба, вроде вот так, да? Если не ошибаюсь, то я могу уже забыть, потому что сейчас всего лишь, друзья, 11 часов. Ну, конечно, для кого-то, ну, для меня это тоже ничего, но овечка у нас не перевернулась, и она перестала переливаться. Походу, я перепутал название. Ну, ладно, ничего страшного. Вот такая фишка у нас была сегодня. Ну, а на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.